Продолжаем. Продолжаем выполнение задания побег из тюрьмы. А, не, угонцы. Блять, я не помню уже, как задание называется. Да, побег из тюрьмы, самолет. А, вот, сложно стоит, да, к сожалению, вот видите. Блин, это хреново, что сложно. Хотя бы нормально поставили. Так, я обычно здесь вот так вот делаю. Выезжаю на этой, да. Ставлю машину, чтобы была защита кое-какая. Но все равно иногда бывает так, что пробивается. Так что нужно как можно аккуратнее. Не всегда нужно высовываться. Так, у меня 49 уровень все еще. Вот так вот. Ну, как бы им дать понять, чтобы аккуратно вот так стояли за защитой и никуда не торопились. Так, а там самолет там, где я не помню. Давайте попробуем убежать сюда, блядь. Садится в самолет, так что походу не мне нужно было садиться. Давайте от первого лица пока. Первого лица тоже нет. Я не вижу. Все, самолет забрали. Но дело в том, что его не столько сложно забрать, сколько сложно выехать отсюда. А он меня выехал, что просто. Блять, подожди, давил. А, меня еще убьют. Прикрытие. Нет, ты рано поехал, чувак. Я тебя еще раз убью, блин, походу. Взлетишь. Блять, взлети, пожалуйста. Мы выполним это задание. Отлично, он взлетел. Вот сейчас самое главное, никому не умереть, и тогда вообще будет. Четко все. Ну, блядь, что-то погиб. Все. Квест провален, конечно. Вот так вот хуёво. Видите, взлетел, но кто-то погиб все равно. И это дебильно очень то, что из-за одного вот так вот все проваливают квест. И перезапуск остается нажать, что еще. Выполнить-то хочется. Вроде получилось у нас хоть взлететь. У некоторых даже взлетать не получается. Их сразу убивают. Наверное, это из-за уровня сложности, что остается. Хотя бы нормально поставили там. Сложно вообще, блин, фиг сделаешь. Че, продолжаем пробовать. Думаю, сейчас, если он ничего не получится, закончу серию. Я не успею сесть сюда. Охуенно, блядь. Молодец просто, блядь. Ёбнул меня. Половина брони отнял. Он даже этот говорит, только не спешить. О, охуенная песня играет. Блять, вот долбоёб взял своего, сбил, чуть не убил меня. Это вообще, все, вот на вот этой радиостанции, понял. Я просто искал эту песню. Ну, не искал эту песню, а искал на какой радиостанции, она так я и знаю. Так. Ну вот, защита, бля, ребята, все, вот зажим, встаньте нахуй, гуляйте аккуратно. Не надо убегать. Блять, как. Ну, вс.
Все, ребят, короче, я не хочу в этом пореве участвовать, блядь. Уничтожил объект самолет кто-то с гранатомета. Наш член банды, блядь. Так что все, я выхожу из дела и заканчиваю серию. Ставьте лайк, ребят. Если вам хоть чуть-чуть, самую малость понравилась серия. Комментарии пишите, если не сложно. Ну все, всем спасибо за просмотр. С вами был Юра, пока.